Сериал «Остров ненужных людей» принес Эльвире Болговой огромную популярность, но на съемках, которые проходили в Таиланде, актриса едва осталась жива. Дмитрий Ульянов, который вместе с Эльвирой Болговой сыграл в этом сериале одной из главных ролей, вспоминает, что тогда заболели все 13 актеров. «Никто не верил, что это лихорадка от летучих мышей, а Эля заболела первая», — вспоминает Ульянов. К счастью, Эльвире удалось выкарабкаться из лап болезни, а вскоре были и новые роли, которые сделали еще популярнее. По внешнему виду, хрупкая и беззащитная, в судьбе человека Эльвира признается, что может быть жесткой и даже жестокой. Возможно, именно это и помогло ей во время съемок в драме «Близнецы», где Болгова сыграла сразу трех совершенно разных по характеру сестер. Актриса признается, что своим главным предназначением в жизни она считает роль хозяйки, женщины, которая строит свою семью и свой дом. Однако неуступчивый характер разрушил ее первый брак. Супруги прожили вместе 7 лет, в этом союзе родилась дочь Глафира. Развод дался обоим тяжело, бывшие супруги потом конфликтовали несколько лет и лишь недавно пришли к ровным отношениям. Какое первое слово в своей жизни сказала Эльвира, и почему считает, что это был знак? Как складываются ее отношения со вторым мужем? Как приняла его дочь Эльвиры от первого брака? И что главное, по признанию актрисы, она сделала в своей жизни?